Радостно от того, что сегодня все больше молодых людей хотят служить в армии, потому что это действительно мужское дело. Безусловно, сегодня есть внешние силы, которые хотят ослабить нашу страну. Но уверен, что наши рубежи под надежной защитой и наши алтайские призывники станут достойным тому примером. Солдаты нам нужны не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы войны не было.